Привет, бойцы! С вами проект Muay Thai CK. И сегодня я хочу тебе показать очень интересный и классный бой между Буакавом и Сергеем Кулябой. И с твоего разрешения, так сказать, его прокомментировать. Этот бой прошел где-то полгода назад, но видео было найти тяжело, и мне удалось найти такое видео непрофессиональной камерой. Это кто-то из зрителей в зале это все дело записывал. В общем, Сергей Кулябо – это первый номер сборной Украины, 67 килограмм, по тайскому боксу, неоднократный, даже многократный призер чемпионата мира и Европы, очень хороший боец, признавался лучшим тайским боксером на мировых турнирах. Также он, соответственно, конечно, профессиональный боец, у которого уже больше 10 профессиональных боев. И где-то процентов 90 побед в этих боях. Очень сильный, хороший, техничный боец. Отлично двигается на ногах. Ну, и то, что он вышел против Буакава, да, то, что Буакав, так сказать, вызвал его на бой, позвал на свой турнир, это уже говорит о очень многом. Это уже говорит о мастерстве и профессионализме. Итак, первый раунд, пока я рассказывал, был насыщен хорошими событиями. Как видите, Сергей очень хорошо начал, двигается на ножках, бросает руки, пару лоу-киков споймал. Буакав пока что отстаивается и пока что не может понять, что делать с этим движением. Тактику Буакава вы все знаете, я делал обзор на Буакава, его технику, его работу. В подсказках к этому видео сверху можно будет найти эти видеоуроки и посмотреть еще раз, что это за машина, что это за монстр. Да, Буакав действительно легенда тайского бокса, поэтому я думаю, кто его не знает, тот обязательно должен посмотреть видеообзоры. И вот отличное движение было от Буакава, он очень часто так делает, когда прихвачивают ногу, фронт-кик или мидл-кик, и толкают вперед канатом, потом добивая хай-киком в прыжке. Очень хорошее движение. Ну, Сергей молодец, все четко перекрывает, отлично двигается. Отличный мидл-кик, ну, Буакав ловит. Он... Тактика Буакава, сразу, кто не знает, да, наверное, вы все знаете, ну, кто не знает, он такой очень прямолинейный, очень жесткий боец. Что называется, ни шагу назад. У него тактика просто танка. Он идет вперед, практически никогда не отходит назад и жестко рубится. Вот только что был жесткий обмен локтями, который вы видели. Очень классно. Кулябо зашел с левого джеба, добавил правый локоть, но Буакав тут же ему ответил тоже правым локтем, и оба хорошо попали. Но надо отдать должное, что ни один из них не упал. Первый раунд я бы оставил за Кулябой. Он был более активный, больше попадал. Буакав пока что только отзащищался, скажем так. Второй раунд начинается точно так же. Кулябо очень активно работает. Руками добавляет ноги. Работа четкая. Технически очень грамотный боец. И тактически очень хорошо работает. Буакав пока что выставляет свои лонгарды. Это... выставляет свою левую руку, старается держать эту дистанцию, перекрывается правой рукой. Но на первый взгляд это кажется такой простой защитой, которой бери добей, что называется, по корпусу, по ногам. Но боец такого уровня, как Буакав, а это единицы во всем мире, он знает, что он делает. И все довольно не просто так. Он сразу чувствует приближение противника и всаживает свои мидл-кики. А удар ногой у Буакава это нереальная мощь. Вот пока я вам рассказывал про тактику, у нас идет ожесточенный бой, который переходит на очень ближнюю дистанцию, и бойцы начинают включать локти и колени, что опять получил локтем Кулябо от Буакава, что очень-очень опасно, и работа локтями особенно грозит сечками. Очень глубокими сечками, от которых неоднократно и часто останавливали поединки. Опять у нас идет жесточайший обмен локтями. Кулябо молодец, не растерялся, когда стоял спиной к Буакаву и локоть наотмашь хотел ударить. Но Буакав тоже перекрывается и тем же локтями ему отвечает. Буакав целенаправленно входит на ближний бой. Он решил во втором раунде, видать, поработать в своей тайской манере.
муайтайской, скажем так. Во, еще и локоть сверху по спине, но это запрещенный удар. Ну, судья не делает замечаний, так как идет такая уже ожесточенная рубка, и в профессионалах такие замечания особо не делают. Работа в клинче, выход с клинча, колено и жесткий правый локоть сразу же. Очень классно сработал. Уакав решил перевести бой на ближний бой. Опять правый локоть прямо дал. Тычковый удар. Левый локоть сбоку от Уакава. Правый локоть сверху от Уакава. Куляба немножко потрясен. Локти прошли. Правый с разворота локоть. Уакав просто идет. Видите, это просто машина. С раскрутки хотел. Правый локоть попал. Отлично провалил. Куляба хотел ударить локтем, но Буакав сделал оттяжку корпусом. И Буакав сразу сверху правый локоть пробил в голову. Ну, попал, скорее всего, по затылку, но это был нокдаун. Отсчитали нокдаун. И у нас закончился второй раунд. Ждем третьего раунда. Очень классный раунд был. Буакав включился в работу. Он понял, что на дистанции с Кулябой работать бесполезно. Он очень хорош на ножках. Он чувствует эту дистанцию, работает в челночке. Поэтому Буакав просто, прямо линейно пошел вперед и навязал, скажем так, ближний бой и работу локтями и коленями. Что нам покажет третий раунд? Сейчас увидим. Опять Куляба начинает на ногах, челночок. Очень хорошая работа, очень классно он двигается. В такой работе тяжело споймать бойца, тяжело как-то зайти со своей серией, потому что боец постоянно в движении. Но Буакав это делает и делает, опять-таки навязывая клинч, и опять работает локтями. Опять работает свой коронный прямой по корпусу и правый локоть. Буакав уже завелся, уже предлагает ему в жесткий обмен идти, вкладывается в каждый удар, делает силовой каждый удар. Буакав просто уже разозлился, скажем так, включил режим терминатора, абсолютно не боится никаких ударов, абсолютно не боится принимать, выгребать и просто идет на жесткий. Дух, такой был обмен двумя локтями, чуть-чуть никто ни по кому не попал, отличная попытка правого локтя с разворота, но Буакав дистанцию разрывает. Хороший сдвоенный джеб, но мидлкик от Буакава. Это страшнейшие ноги, ребята, чтобы вы понимали. Это очень страшные ноги. Любой удар, это не то, что можно вырубить. Это через защиту, это Буакав ломает просто руки. Хотел локоть сверху, но передумал. Кляба молодец, оба бойца дышат. Как видите, Буакав, как будто, ну, такой вид на него смотришь, как будто это для него... Первая минута первого раунда. Хотя это уже конец третьего. Буакав просто машина в плане физической подготовки. Такое впечатление, что он неумираемый, неубиваемый и может проводить по 20 раундов в таком режиме. Куляба немножко подустал. Конечно, уже конец третьего раунда. Потерял в скорости. Но Буакав абсолютно такой, как будто на одном дыхании все провел. Дальше идет. Дальше бомбит, дальше бьет ноги, колени, колени. И сейчас будет локоть. Пошел клинч. Клинч очень изматывает. Ну, у нас подходит к концу третий раунд. Конечно, второй и третий раунд был за Буакавом. Это явно и явно, что он уже этот бой выиграл. Потому что он очень жестко и продолжает работать своими силовыми ударами. О-о-о, жесточайший лоу-кик по опорной ноге. Четко высекает. Очень красиво. Он молодец. Буакав понял тактику и просто не дал Кулябе работать в своем стиле. Первый раунд он еще поработал очень хорошо, повыдергивал. Но потом Буакав навязал этот ближний бой, этот клинч. И полностью переломал бой. И просто в силовой манере заломал, скажем так. Подписывайся на канал, ставь лайк. Забирай видеокурсы в конце и под видео. И до встречи в новых видеоуроках. Видеокурс Street Thai, неуязвимый уличник. Узнай, как оставаться нетронутым в уличной драке, убойную комбинацию, а также как работать лоу-киком на улице. Ссылка в описании под видео.